пожаловать в NWU Recommends. И мы рассматриваем 11 фильмов, которые не захотите пропустить на Netflix. В знак благодарности за время также подготовил 10 фильмов, которые добавят в апреле. Видео разделим на две части для удобства. Первая часть о добавленных фильмах, вторая о снятых. Так что начнем. 1 апреля Netflix добавит много фильмов. Первый – Baby Driver. И так говорят, слушай музыку все время. Нервы. Еще есть гул в барабане. Включает музыку, чтобы заглушить шум. И это то, что делает его лучше. Baby Driver рассказывает о Доке, который вынуждает Бэби, когда-то опытного водителя, присоединиться к ограблению. Но их план оборачивается катастрофой, когда якобы торговцы оружием оказываются полицейскими под прикрытием. Второй фильм «Небоскреб со скалой». Будешь в порядке, обещаю. Нет, нет, и еще раз нет. Расскажи, как любишь свою семью? Он – Уилл Сойер, осужденный за поджог в самом безопасном небоскребе. Сойер, эксперт по безопасности, пытается очистить свое имя и спасти семью из огненного пекла. Третьим фильмом на Netflix 1 апреля станет «Хроники хищных городов». Что это? Лондон. Человечество восстало. Начинается новая эра. Великие хищные города. Звание самых быстрых. В антиутопическом будущем города поглощают друг друга за выживание. Два неожиданных союзника объединяются против зловещего заговора. Это приключение для юношей напоминает «Воина дороги» и «Безумного Макса», где пейзаж полон фантастических двигателей и бродячих мегаполисов. Хотя и напоминает предшественников, он создает свою тропу с оригинальными сюжетными твистами и динамичными персонажами. Четвертый в списке – это «Маленькие вещи». Какое пространство в багажнике? В этом фильме, где главную роль исполнил Дензел Вашингтон, повествование следует за серийным убийцей, который снова набирает обороты, и бывшим детективом, который ранее был вовлечен в это дело, и находится парень с новым следователем. Их усилия собрать улики против подозреваемого прерываются, когда их действиям препятствует ФБР, что лишь усложняет расследование. Пятым фильмом будет «Сплит. Кто-то идет за тобой». Он совершил ужасные вещи, и он сделает с тобой ужасные вещи. В фильме «Сплит» Кевин, страдающий множественными личностями и скрывающий в себе 23 отдельные личности, похитил троих подростков. Теперь им придется разгадать его добрые личности, прежде чем он выпустит свою зловещую 24-ю. В первый день апреля на Netflix добавят последний фильм. «Дикие штучки» – один из пикантных фильмов этого месяца. Добро пожаловать в городок Блю-Бэй. Привет, мистер Ломбардо. Привет, девчонки. Ваша невинность соблазняет. В «Диких штучках» детектив Рэй Дюкетт расследует нападение, в котором замешаны две студентки и их консультант Сэм. Наблюдая за ними, он понимает, что внешность может обманывать и раскручивает запутанную связь обмана и интриг. 11 апреля на Netflix появится «Каменщик». Каменщик, мятежник, использует шантажа против ЦРУ, организовывая убийство журналистов, чтобы ложно обвинить агентство. Мировое общественное мнение поворачивается против США. ЦРУ вынуждены уговорить Стивена Вейла, их самого лучшего агента, вернуться из отставки. С навыками Вейл получает задание защитить репутацию агентства. Это сталкивает его с бурным прошлым, пока он распутывает международный заговор. Увлекательное и динамичное приключение. Этот фильм может не войти в историю, но гарантирует, что все будут.
поход, а не дымоход. Никогда не работай без инструментов. Ожидая Анну на Netflix. Как тебе это удалось? Анна, оперативница КГБ, ищущая спасение от бурной жизни. Предложение ЦРУ перебежать и стать двойным агентом. Шанс вырваться. 19 апреля. Стон бунтаря и заклинатель шрамов от Зака Снайдера. Мне нужно сражаться. Сага продолжается. Корра и воины готовы защитить Вельт от угрозы королевства. Воины, противостоящие своему прошлому и мотивам, готовы столкнуться с силами королевства, чтобы предотвратить подавление восстания. Скаргард отплыл. Ты хорошо подготовился. Ты позволяешь этому происходить от твоего мира. 23-го мы найдем кого угодно, но не тебя. Это тот дурак, которого мы встретили с Винчестером. Я не могу быть с таким, как он. Эта девушка — катастрофа. Они портят нашу свадьбу. Прошу прощения. После первого свидания химия между Беа и Беном пропадает. Однако, когда они на свадьбе в Австралии, они симулируют отношения. Титаник. Они смотрят? Они играют в Титаник. Шоу окончено. Мой. У вас есть родинка на попе? Нет. Что за... Если вы дошли до этого момента, поставьте лайк, чтобы видео охватило больше людей. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить эти фильмы. 3 апреля с Netflix уйдет Бэтмен. Мы с тобой и не такие уж разные. Кто под этой маской? Я месть. В апреле Netflix покинет фильм «Отряд самоубийц». Она серьезно? Это что-то вроде нашего бренда. Не волнуйся. Я вытащу тебя отсюда живым. Агент привлекает злодеев в команду. Взамен на участие предлагает смягчение приговора. Их миссия – уничтожить секретную лабу на Корто Мальтезе. В апреле Netflix покинет и не только Маршал. Я защищаю тех, кого обвинили из-за расы. Это моя миссия. Я к этой женщине даже не притрагивался. Мне нужен напарник, который сможет заинтересовать присяжных. Тергут Маршал, преданный делу юрист, берется защищать афроамериканца Джозефа Спелла, обвиняемого в нападении на женщину. Фильм дает крепкое изображение трудов Маршала, отклоняясь от клише обычных биографических драм. 5 апреля с Netflix уйдут два фильма. Первый – «Rush». Ближе к смерти, тем ощущаешь себя более живым. Гонка на выживание десятилетий. В 70-х британский плейбой Джеймс Хант и педантичный австриец Ники Лауда вступают в соперничество в гонках формулы. На машинах, по сути, неустойчивых снарядах, да Хант и Лауда без устали двигаются вперед.
дело физической и умственной выносливости, они соревнуются на треке. Второй фильм, который покинет Netflix 15 числа, «Жена смотрителя зоопарка». Во время нацистского вторжения в Польшу Антонина и ее муж Ян, директор зоопарка, смело помогают евреям и животным. Джессика Честейн и Даниэль Брюль – удивительные актеры, усиливающие рассказ этой замечательной настоящей истории. 2 апреля. Поезд в Пусан. Имя будет удалено из Netflix. Сук-У и его дочь отправляются в поездку в Пусан в день рождения его жены. Но их планы принимают ужасный оборот, когда они оказываются в ловушке зомби-пандемии в Южной Корее. Как и вновь созданный Ромеро, поезд в Пусан вносит остроумие в рассказ о зомби, обогащая захватывающий опыт. «Омерзительная восьмерка» — следующий фильм, который будет удален из Netflix. Давайте притормозим. Помедлим еще. «Омерзительная восьмерка» покидает Netflix 22 апреля. Направляясь в город Ред Рок после гражданской войны, охотник за головами Джон Рузвельт Рут и его пленница встречают другого охотника и человека, представляющегося шерифом. Ища укрытие от метели, группа уходит к постоялому двору на опасном горном перевале. 30 апреля Netflix покидает 4 хороших фильма. Первый фильм — «Элвис». «Хочу повысить вас, мистер Пресли». Готовы к полету? Готов. К полету. Фильм затрагивает жизнь и музыкальную карьеру Элвиса Пресли, сосредотачивая внимание на его отношениях с загадочным менеджером, полковником Паркером. За 2 десятилетия повествование раскрыло сложные отношения между Пресли и Паркером, начиная с восхождения певца к славе и до его безупречного успеха. Второй фильм. «Как приручить дракона 2». Что-то на подходе. Незнакомое вам раньше. Теперь драконы мои. Судьба. Что ищешь? Это здесь. Пошли. Опасно. Прошло 5 лет, и Кинг, и Беззубик объединили драконов и викингов Олуха. Следуют неизведанные территории. Находят пещеру с драконами. И Кинг, и Беззубик защитят Олух от Драга. Третий фильм, который уходит, Джокер. Артур надевает 2 маски. Клоун на работе стремится вписаться в общество. Презираемый превращается в Джокера. Уходит одержимость. Тренируйся усерднее, Нейман. Позволил ему уйти от ответственности за это? Хочу стать великим. Whiplash рассказывает о Эндрю, который мечтает быть опытным барабанщиком. Его путь принимает поворот под опекой Флетчера. Учитель как-то доводит Эндрю до границ возможностей. Сложное повествование поднимает вопросы без претензии на все ответы, что делает просмотр интроспективным. Полезное видео. Посмотри и другое об апрельских ТВ-шоу.